Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про великолепные цветочные инсталляции от художника Ребекки Луис Лоу, которые появляются в Лондоне по весне и которые мне, как репортеру, удалось снять в 2016 и 2017 годах. Впервые я попала на такую цветочную выставку в марте 2016 года, когда мое французское агентство направило меня снимать эту живую инсталляцию. Вот такие вот различные яркие и живые цветы были подвешены на Сан-Кристофер Плейс в районе станции метро Бонд-стрит. Более 1500 цветов было подвешено в этом месте на каких-то нитках, веревках и составляли вот такую вот цветочную композицию. Я была просто в восторге, так как в марте еще холодновато и цветы только-только появляются в Лондоне. Увидеть такие яркие, красивые, насыщенные различными красками цветы для меня было что-то невообразимое. Очень приятное такое оставило впечатление. Ну и также я поснимала саму площадь, никогда не была на ней, но по крайней мере не знала, что такое место существует, может быть как-то мимо проходила, но не знала ее название, не знала, что там находится. А тут вот, так как была отправлена в это место, так как там простояла полчаса, проснимала всю эту живую картину, мне это место запомнилось. И потом я туда еще ходила на Christmas Lights снимать рождественские огни. Ну и так иногда забегала посмотреть, что там находится. Потому что в этом месте также часто проходят какие-то мероприятия или выставки. Автор данной инсталляции Ребекка Луис Лоу, она конкретно занимается подвешиванием живых цветов вниз головой и создает некую цветочную композицию в каком-то определенном месте. Также там, я видела, существуют какие-то колбочки, которые подпитывают эти цветы, чтобы они не завяли. Но, к сожалению, вот такие инсталляции от Ребекки Луис Лоу проходят очень быстро, так как цветы все равно вянут. 3-4 дня обычно идет вот такая вот цветочная выставка. Позже, в апреле этого же года, я столкнулась также с подвешенными цветами в, по-моему, художественной галереи в районе Гилдхолл. Это госучреждение, самоуправление, что-то такое, которое находится в Лондонском Сити. Там внутри я тоже побывала один раз на фестивале Open House London. Прошлась по некоторым кабинетам, заглянула в арт-галерею. И вот с другой стороны арт-галереи я попала вот на такую выставку. Не помню, кто меня туда направил, или я уже сама нашла. Не уверена, кто был автор. Похоже, что это же художница Ребекка Луис Лоу. Там тоже были подвешены различные цветы и создавалась определенная такая картина
живая инсталляция, но, к сожалению, видеокадры у меня опять же таки куда-то пропали. В тот момент я перекачивала с одного жесткого диска на другой жесткий диск где-то в компьютере, скорее всего в компьютере в моем старом, который мне пришлось выкинуть, который просто отключился и не работал. Там и похоронились эти видеофайлы, но кое-что у меня осталось в фотографиях, мы ходили туда с подругой, и вот эти вот кадры мне удалось сохранить. На следующий год, на 8 марта, у меня гостила мама, и мы направились в Now Gallery, которая находится на полуострове Пенинсула. Это северный Гринвич, станция метро Нозинг-Гринвич, выход из которой осуществляется на вот это вот знаменитое рогатое здание, которое изначально называлось Millennium, а теперь это концертный зал O2, то есть O2. Утром 8 марта я погуляла с собаками, купила маме вот такой вот букетик тюльпанов, подарила ей, поздравила с праздником. И мы решили, так как у меня был свободный день, направиться туда. Так как я знала, что там тоже располагается инсталляция, к сожалению, она уже закрывалась, и цветы уже были подвядшие. Инсталляция состояла из различных окрасок ирисов. Это мои любимые цветы, поэтому я решила все-таки съездить туда и посмотреть, как же это выглядит. Ну и, конечно же, поснимала на видео. Вот так вот уже выглядят засохшие ирисы. И мы там тоже полежали на подушках, там можно было на полу улечься и посмотреть в потолок, как это все выглядит снизу. После этого мы еще прогулялись по району концертного зала O2, посидели там в кафешке, мама устроила мне фотосессию вот с этими тюльпанами, я еще так нарядилась в синее платье, ну, в общем, как-то решили вот так вот приятно отпраздновать 8 марта вместе. То есть вот такие вот некоторые цветочные инсталляции часто представлены в Лондоне, куда можно сходить, пофотографироваться и почувствовать запах весны, который вот-вот придет в нашу жизнь. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!